поселениях Сиверского района начались открытые сессии советов, на которых избранные во время голосования главы вступают в должность. В Новодмитриевском сельском поселении избрали Игоря Головина. За него отдали голоса почти 80% избирателей. В торжественной обстановке новый глава принес присягу, а также обратился к жителям поселения. Спасибо жителям поселения, которые проголосовали на выборах. И, безусловно, для меня это очень важный, волнительный день. В полной мере я осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на меня на этом посту. И за эти 5 лет сделано было немало. Но еще много планов у нас и много работы. Открытая сессия прошла и в Калужской. Здесь жители снова доверили судьбу поселения Гульфие Иванченко. На прошедших выборах Гульфия Салиховна набрала более 93% голосов избирателей и одержала уверенную победу. Я хочу поблагодарить жителей Калужского сельского поселения, моих избирателей, за оказанное мое доверие. Я думаю, что я оправдаю ваше доверие и надеюсь на совместную работу.